Так, а куда, где ты раму? Назад аж залезла? Короче, едем письки строить. Ну, или хотя бы сдавать раму на письки строить. Вот. У нас тут непростой субарик. Там еще есть вот один Black Edition на Роксе. Рыгает за нами. Ой. А насколько аккуратно ты сейчас ездишь, все? Ну, даешь трошки говна? Ну вот, значит, поездка будет хорошей. Ого! Все. Ебать, они ускорение. Охуеть. Ого. Ох. Ох, жмых маленький, полетел. Да, проще. Конечно, бля, но он сразу. Все по-своему прикольно. Тачка по-своему прикольно, мопеды по-своему, мотоки вообще по-своему. Мне кажется, электротехника вообще отдельный просто вид удовольствия. Это бесшумное ускорение лютое такое. Такие медленные теперь кажутся, понял? Все так медленно. Едет. Да, ну по складись, я тебе скажу, что на мопеде, что на машине. Да, не, ну тут у тебя тут ускорение тут лютое, ну, да. Надо этот эффект. Ну я могу не везде ускориться, вот на мопеде ты можешь везде считай, ехать быстро. Ну плюс-минус да, но опасности тут больше все равно получается. Тут если ты вот так не вписался раз, то, блядь, пизда тебе. А на мопеде ты себе раз и проскочил какую-то хуйню. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ну он не пролетел. Все, он остался. Ну сейчас пробка зато. Сейчас мы в пробке, походу, будем сейчас стоять. Дождемся его. Хотя он сейчас по этому междуряде даст, и все, и вот тут вот и полетел дальше. Жулик. Так, а ты посмотрел, куда ехать вообще там? А, я знаю. Знаешь? Понял. Фу, это эпично, конечно. Ты тоже жулик. Стоял, заебался стоять, полетел в первый ряд. Хорош. А Рик еще там, короче. Гонка. Да, маршрутку пропускают, сейчас будем стоять. Несется, блядь. Ва, несется, блядь. Ой-ой, поджимая, блядь. Ой-ой-ой. Бля, так свистит люто. Да, в туннелях. В туннелях пиздец. Это то самое, что этот нетравку на мотоке. Ту-ту-ту-ту-ту. Оп-оп-оп.
не бушуй, блядь. Сейчас тут шашки начнутся, я уже вижу. Ты, о, смотри, тебе взлетную полосу дали. Право. Понял. Да я понимаю, сколько литров? 12? Какие? У нее 16, это приспокойно. 16? Нихуя себе, 16 литров приспокойной езде, блядь. Да, передача под отсечкой, когда мы подключаем помп, 74 литра показывала. 74 литра на второй передаче. Охуеть, у вас расход, блядь. Что-то я передумал машину покупать. Ебать расход. Пиздец. Че так много? 74 литра, блядь. Ебать, оп. Турбина, когда включают. Ну да, турбина там такое именно. Пока тут 3000 оборотов, она еще там, ну да, 16, это 13, 16, это если сильно на газ. Пока значит, турбина не дуется, да? Да, и она же на сотом меньше. Бля, это вообще пиздец. Блядь. Что-то очень жестко. Что ты переусердствовал, когда собирал ее, походу? Чуть-чуть. Сколько был? По 8 гривен. Серьезно? Да. Ого, это как давно было? 13-14 год. По 8 гривен литр. Ага. А, не 8, пизжу, 12. 12. Здравствуйте. Я поехал. Давай, блядь, по ямам, давай, хуярь, блядь. Эндурогонщик, блядь. Ну, мопедик не крути, ты быстрее доезжаешь. Да понятно. Если еще нормально бодренький мопедик какой-то, то, блядь, можно хуярить вообще нормально. Пока пропустят. Она, блядь, даже так свистит. Бля, жесть. Она еще хлопает. Хлоп? А что хлопает? О, а что это она? Это нормально? Бенз не догорает. Ты если поставить туда этот... Знаешь, тебе прикол, когда ставишь в конце глушителя свечку, типа? Да. Она еще и подпаливает, блядь. Ну это пиздец люто выглядит. Ну понятно. Так и на мотоке то же самое, на переключении или просто на нейтралке, когда катишь, она тоже бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу хуярит. Там не догорело, потом бах. Да, это, блядь, глушителя разваливает, нахуй. Бля, она постоянно это делает, это охуенно. Бля, пиздец. Кайф. Бля, который видишь, что-то пытается щемиться, там бус едет, и все. Пиздец. О, Рик хуярит это сзади. Бля, не видно ни хрена на этом, на камере. Пиздец, ну ладно. Так, что у нас тут? Первая это турбина? Давление турбины. А чем столько датчиков? Типа когда тюнишь, чтобы следить за всем, не перегревать ее, не передувать. А, нормально. А типа что, прыгает, типа температура чего? Выхлопа, когда хуйня какая-то? Вот это? Нет, это турбина. А если перегревается выхлоп, да, тоже она растет, и там пиковая точка стоит, она после, по-моему... Глушится? Не, не глушится, начинает пищать датчик, что больше не надо душить, короче. Ага. Стоит. Сука, человек. Лапка-то трещит у него, бля. Нормально. Ух, ебать, тут пробка. Бля, как я буду добираться домой потом куда-то? Пизда, мне кажется, я, наверное, блядь, на метро, блядь. Нету метро? Надо на по чайную, походу, куда то ехать. Ну, там кредитовая лучше, наверное, уже ехать на маршрутке, а потом... Просто на такси, я смотрю, я не поеду в такси сегодня. Ха, куда тут, блядь? Я до утра буду ехать. Ну, постоянно такая движуха. Потому что туда по-другому ты не доедешь, надо здесь только через этот. Так, нам надо, наверное, на право. Как-то надо. Рик там тоже душило местный, понял, с этим. Привычки поехал на этот, Душило едет. Душило. Души, давай. А, блядь, полетел. Ебать, от него такое эхо тут расходится. Говорит, что он везде едет, понял? Ебать же жалко, блядь. У меня же еще громче.
пиздец такая. Ебать ты влез. Нихуя себе, Серёга. Ого. Здравствуйте. Йоу. Возьмите интервью. Заводись быстрее, блядь. Хорош. Первый выезд, блядь, за год, нахуй, нормальный. Ай, сука, поехал сразу. Ваня, она шумная, пиздец. Стрекоза любви полетела такая, ой, жесть. Смотри, уже мост почти достраивают, нихуя себе. Бля, неужели скоро будет мост и столько решится вопросов и проблем для людей, блядь, да, пока. Прикинь, что на Подоле будет, еще хуже будет, блядь. Да чего? Тут и так пробки, а если с моста еще будут ехать, то это вообще пиздец. Но отсюда могут многие уехать в ту сторону, понимаешь? Разгрузится все равно вся хуйня, потому что так будет проще ездить. Ну потому что на Подоле все улочки маленькие. Ну потому что Подол не рассчитан на такое количество, блядь, столько, такого говна мусорного, железного. А что там к другому сигналит? Бля, ну Рик улетел все с концами, походу. Я бы тоже улетел с концами, я бы не ждал бы машину. Не знаю, просто как-то уехали. Нормально. Все, короче, Раму сдал в пескоструй. Все, короче, типы все тут по пескоструй, все сделают. И, короче, потом еще приедем и заберем. Да, жулик? Вот такие номера у жулика. Все знаете. А там не покажу на Субарике. Как Илюша завозит моторы на ремонт после себя. Тупо тазик мотора. Охуенно. И что там? И коробка, да, типа? Еще две. Ну-ка, еще две, блядь, ты что ты набрал? Так, не снимай, там хуёвая как-то. Так, блядь. Так, чувство работы мне тут прибавится сегодня. О, труба мятая. Да. Шары ронять будем? Тут вот такая хуйня меня бесит, блядь. Ой, заклепком поезда? Да тут всему пизда. Я не знаю, откуда вот это появилось, хотя его не было. Об колесо уебал. Хотя его не было. И вот тут, это, а, вот ты тут уебал, блядь. Да тут легонечко. Так оно вот все равно. Блядь. Это колесо трется? Или тернулось раз? Ну это колесо броксовское такая хуйня. Ну, короче, коробка. День контента, сегодня... Ну, ладно. Так, вот такая труба у нас. Очередная ТТшка, она нас везет. У нас серия ТТшек на ремонте. Все ТТшки, все, короче, поломанные. Вот тут вот раз. Вот тут два от колеса, вот такая вот борозда имеется. Все? Испугались? Обосрался. Обосрался, блядь. Так. Оп. На уступицу порисовал, блядь. Колокол тоже нормально. Так и тут нарисуй. Где? На картере, блядь. Да куда ты? Что похуй? Считает один, блядь. Раз, два, три, четыре. Блядь, я проебался. Раз, два, три, четыре, шесть. 7, 8, 9. Подожди, что? Ха, назад вернись еще даже. 8, 8, 8, ровно, хороший редуктор. Оставляй вот этот, это охуенный редуктор. Что это значит? Подожди. Ультракороткий. Охуенно, на скорость. Это на скорость? Подожди, давай не, посчитаем нет, там. Подожди, давай посчитаем сразу там, типа, дядя, я меньше чем 1.12 не видел, понял? Ха, нормальный ты редуктор намутил где-то, чувак. Это который был? Это который был, да. Охуенно, если он там был.
На гайки ёбни. Все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать. Еще, еще, еще. Он вот так был на угол. Нет, нет, ну ровно вот так вот и стоял. Двенадцать. Но это рок с редуктором. Так а типа чем меньше. Чем меньше это число, тем он длиннее. Ну что-то при этом я ехал, у меня максималка 70. Это у тебя просто пизда всему остальному было. Ну пробуй собраться на этом, он должен на этом веселее ехать. А картер продавай без редуктора. Тут оставь себе пока. Потом ну, здесь что перекинешь. Оставь, реально, он на всякий случай, понял, рано или поздно даже Кененко у тебя его купит, понял? Кененко, ты даже просто попробовать поставить, типа, если он, короче, у него уйдет, типа, то, что ему сейчас надо, понял, он у тебя его купит. Такой, да хуя. Жертвы сегодняшнего дня. ДРочка и картера. Классический кадр на этом столе. Какой-то мотор, какой-то коленвал, какие-то подшипники. Совпадение, не думаю. И радостный его делец рядом, да. Хуяни. Раз. Два. Трис. Все. Золотые руки Виктора. Вот тут ебать такая вмятина была просто. Ебейшая вмятина. От колеса, Рокса. Рокс колеса портил трубы, блядь.